От целой вырезанной концовки до самого противоречивого решения в истории игр. Всем привет, я Никитон, и это 17 вещей секретно удаленных из игр. Приятного просмотра. Эх, как же быстро летит время. Казалось бы, еще вчера мы смеялись троллфейс мемов, гладили манулов в интернете и... Не знаю, как вы, а я играл в Warspear. И было это не вчера, а целых 15 лет назад. И если мемы тех времен устарели, то Warspear до сих пор радует своей ретро-пиксельной графикой. Но и не забывает наваливать клевого контента. В начале своего пути игра позиционировала себя как мобильную MMORPG, которая работала даже на простых девайсах. Лого и карта тогда еще выглядели вот так. Пиши в комменты, если свело олдскулы. А если вы не знакомы, вкратце расскажу. Warspear с 20 классами, интересными подземельями, мощными боссами, эпичными PvP-битвами и душевным комьюнити. Поверьте, такое разнообразие механик, навыков и реликвий даже сейчас встретишь не везде. И, как вы могли понять, игра празднует свое 15-летие. Клевые костюмы в подарок ждут абсолютно каждого. И чем старше аккаунт, тем костюмов больше. К тому же разрабы вернули легендарного рейдового босса «Подземный ужас», чтобы старички вспомнили, как потели еще в 2011 году, а молодые ощутили, что такое хардкор в ММО. К тому же, вот-вот выйдет новый остров Альмахат, который так ждут поклонники игры. В честь этого запустили новое мировое событие, которое представляет из себя масштабный рейд по целому острову с другими игроками. В общем, контента куча, рекомендую. Залетайте в Warspear по ссылке в описании и забирайте подарки. Когда вышла Security Breach, она жутко отличалась от всех игр серии FNAF. Вы оказывались в открытом мире, и вас даже не ждали 5 ночей. Линейный сюжет всей игры разворачивается на протяжении лишь одной ночи. В прошлом каждая ночь была сложнее предыдущей, и с каждой ночью все больше аниматроников пытались вас убить. Также в играх всегда была бонусная ночь, например, режим 420. Но из Security Breach ее без особой огласки вырезали еще до выхода игры. Tetrabit Gaming обнаружил в игре файлы, которые позволили бы вам менять сложность, максимальную длительность игры и количество жизней. Может, этот режим выйдет вместе с дополнением, которое, по слухам, выпустят в следующем году. Одна из самых сбивающих с толку пасхалок была обнаружена в Battlefield 5, когда Дэнни NPC с друзьями наткнулся на одну из карт на нажимные плиты. После того, как игроки встали на все плиты, появилась кнопка, позволяющая строить лестничные пролеты. Оказалось, что это было началом здоровенной головоломки в небе, в которой нужно было догадаться, по какому пути пройти. Если вы доходили до тупика, головоломка отправляла вас вниз навстречу смерти. По пути игрокам встречались странные объекты. Например, самолеты, в которые можно было стрелять, и наушники, проигрывающие сообщения азбукой Морзе. Так что же находится на вершине этой лестницы в небо? Ну, я не хочу вас раздражать, но DICE тихонько удалила пасхалку раньше, чем ее успели разгадать. А еще одна вещь, которая должна была оставаться тайной, послужила началом одного из самых безумных скандалов, сотрясших игровую индустрию. И я не преувеличиваю. Она стала настолько серьезной проблемой, что жестокие видеоигры из-за нее чуть не запретили. Релиз GTA San Andreas прошел довольно успешно. И в игре должна была присутствовать одна механика, над которой Rockstar долго работала. В последний момент ее решили вырезать. Проблема состояла в том, что связанные с ней файлы оставили в игре, так что любой игрок мог скачать из интернета патч, возвращавший их в игру и открывавший вам мини-игру Hot Coffee. Я даже показать на ютубе ее не смогу, настолько все было интересно. В общем, это была мини-игра в спальне, которая была довольно интерактивной, если вы понимаете, о чем я. Из-за того, что дело происходило в 2004 это стало важным событием. СМИ с удовольствием освещали его, несмотря на то, что мини-игра была вырезана из GTA. Каждый встречный поперечный требовал запретить GTA, а адвокатам пришлось исследовать влияние видеоигр на неокрепшие умы. San Andreas сменила возрастной рейтинг на только для взрослых и исчезла с полок магазинов по всему миру. А все из-за мини-игры, которой на деле в игре даже и не было. А вот чему стоило остаться в игре, так это режиму испытания
папе Playtime. Когда вышла вторая глава, игроки обнаружили в файлах версию игры для разработчиков. И она была полна секретов. Но самым большим открытием стали тестовые манекены. Оказывается, они нужны были для еще не выпущенного мультиплеерного режима. В одной из утечек видно меню выбора персонажа, где можно выбрать Хаги-Ваги и мамочку Длинные Ноги. Так что, может, этот режим еще и выйдет? Он определенно кардинально изменил бы игру. А вот следующая удаленная пасхалка сбила с толку всех, кто ее нашел. В Devotion игроки могли пройти по коридору, стены которого были покрыты рисунками и таинственными бумажками. Но в одном месте там таился свиток на китайском, которого в игре не должно было быть. Если перевести его, окажется, что он критикует определенного лидера и сравнивает его с Винни-Пухом. Там были и более оскорбительные вещи. Так что после его обнаружения игру в Steam закидали негативными отзывами. Разработчики заявили, что эту пасхалку никто и никогда не должен был найти. Но было уже поздно, и Devotion была удалена из Steam на 2 года. Но это хотя бы было не так позорно, как худший скандал в истории Fortnite. В 2018-м Fortnite вышел новый сезон, в котором был вот этот скин, Темный Рейнджер. Но игроки быстро заметили, что у него была уникальная особенность, которая никак не освещалась авторами в примечаниях к обновлению. Почему-то у Темного Рейнджера была физика груди, которую никто не ожидал увидеть в данной игре. Как только это обнаружилось, Epic Games удалила физику и заявила, что она появилась непреднамеренно. Что это просто позорная ошибка, и никто не знает, как это вообще получилось. Но я уверен, что это был не баг. Однако это не единственная пикантная особенность в играх. Вы знали, что в The Last of Us какое-то время висел номер настоящей горячей линии для взрослых? В одном из заданий можно было обнаружить объявление борцов с вредителями. Оно казалось невинным, пока вы не решали позвонить по указанному номеру. Ведь он был настоящим и принадлежал сервису для взрослых, где можно было выиграть круиз на Багамы. Нил Дракман объяснил, что когда в игру добавляли телефонные номера, разработчики из Naughty Dog думали, что можно просто сменить междугородний код на 3-5, как в фильмах. Но они не осознали, что добавив в начало киношного номера 1-800, вы получаете настоящий телефонный номер. Они узнали об этом самым что ни на есть неловким образом. А вот немного удивляют случаи, когда Nintendo запретила жест мира. В первых играх серии, а особенно в Super Mario 64, Марио постоянно использовал жест Peace или Победа. Это стало неотъемлемой частью его образа, пока однажды его использование не запретили. Миямото не хотел, чтобы дети ассоциировали жест с Марио. Он на самом деле вообще создавал Марио не для детей, так что жест перестали использовать, и с тех пор он не появлялся в серии. Если вы в детстве никогда не видели, как Марио показывает 2 пальца, теперь вы знаете почему. А из GTA San Andreas пропала не только мини-игра Hot Coffee. Изначально в игре должен был быть уровень, где вы должны были ездить по городу в игрушечном танке и взрывать другие машины. И мы понятия не имеем, почему уровень вырезали, но идея звучит замечательно. В играх не раз появлялись плюшевые мишки, но настолько таинственный мишка в играх только один. В Resistance Fall of Man игроки выбрались за границы карты и прошлись по локациям, которые обычно были никому не видны. В какой-то момент они обнаружили плюшевого мишку, сидящего на камне. Изначально его посчитали невинной пасхалкой, но разработчики признались, что понятия не имели, как туда попал мишка. После интервью игроки вернулись в локацию с мишкой, вот только теперь его там не было. А вы знали, что в Майнкрафт когда-то были рубины? В обновлении 1.3 добавили вот эту руду, которую можно было использовать для торговли с деревенскими жителями. Ничего не напоминает? В какой-то момент рубины заменили на изумруды, но почему? Оказывается, один из разработчиков, Динер Боун, страдает от дальтонизма, поэтому ему было сложно отличить рубиновую руду от красной руды. А если вы играли в ранние версии Майнкрафт, вы наверняка помните суперсекретную кнопку в настройках, которая включала чудные фильтры и дурацкие настройки камеры. Но ее тоже удалили, а никто и не заметил. Хотя ничто не сравнится с тем случаем, когда из Metal Gear Solid удалили целую концовку. В The Phantom Pain 50 заданий, но с
сюжет кончается примерно на 46-м. Вот только в какой-то момент фанаты осознали, что в файлах игры кроется незаконченное задание, которое, по идее, давало ответы на множество вопросов. Его посчитали концовкой, которую по разным причинам решили вырезать. Но Konami в ответ заявила, что 51-е задание никогда не планировали выпускать, так как его просто отменили в процессе разработки. Но фанаты и по сей день считают, что упустили массу контента. А если вы играли в Tower Unite, вы знаете, какая это приятная социальная игра. В ней можно отдыхать в своей квартире, играть в мини-игры, да и просто наслаждаться временем, проведенным с друзьями. Но в этой игре таится ужасающий секрет. До того, как стать отдельной игрой, она была картой для Garry's Mod под названием GM Tower. В первые несколько дней после выхода карты кто-то обнаружил вот эту доску, которая телепортировала посетителей в какую-то страшную комнату с жутким злодеем. Причем все это никак не объяснялось. Но когда другие игроки пошли проверить этот слух, доска уже исчезла. А еще оказывается, что в Warzone когда-то добавили оружие, которое сломало игру. Но не так, как вы думаете. Тогда как кучу оружия убирают из-за того, насколько мощным оно оказалось в руках игроков, чертеж The Necro King буквально ломал игру. После его покупки у вас начинал глючить магазин и комплекты снаряжения, тогда как некоторых игроков вообще отключало от сервера. Это был блинный провал. С похожим решением Epic Games столкнулась в 2020-м. Во время протестов авторы Fortnite не хотели, чтобы игру ассоциировали с острыми темами. Поэтому на всякий случай они выпустили обновление, которое удалило все полицейские машины. Об этом также никому не сообщили, что в целом странно, ведь водить машины было нельзя. Безумно то, что прошло уже почти 3 года, а машины до сих пор не вернули и уже, вероятно, не вернут. А геймеров из США может удивить то, как называется игра Bully во всем остальном мире. В этой игре вы учитесь в школе-интернате Булварта, девиз которого «Canis Canem Edit». Буквально «собака ест собаку». Когда игра вышла, нашлись люди, которые посчитали, что игра под названием «Задира» будет побуждать детей к тому, чтобы задирать других. Судья в Бразилии тоже так подумал и полностью запретил игру. Чтобы избежать скандала, Rockstar переименовала игру в «Canis Canem Edit». Ну и, наконец, самый классный вырезанный контент, который я оставил напоследок. Watch Dogs нам впервые показали на E3 2012 года, и ее сразу же посчитали самой впечатляющей игрой на всей выставке. Она всех взволновала, и Ubisoft поняла, что теперь это ее самый ожидаемый проект. Все восхищенные отзывы игре заработала демо-версия, которая выглядела шикарно. Для справки скажу, что это было за год до выхода PlayStation 4. Но эта графика была ложью. Когда Watch Dogs таки вышла в 2014 году, графику жутко упростили. Игроков настолько сильно разозлило то, что за 2 года игра стала только хуже, что это просто сломало интернет. Еще безумнее было то, что модерам удалось найти изначальную графику игры в ее файлах с пометкой E3. В общем, разразился скандал, который повлиял на развитие всей франшизы. Хей, ребята, знаете ли вы какую-нибудь вещь или секрет, о котором разработчики предпочли не распространяться? Пишите и описывайте свои игровые истории в комментариях под видео. Конечно же, не забывайте про пальцы вверх, подписку на канал и все в этом духе. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун, и до скорых встреч в новых видео.